Дальнейшее совершенствование системы органов внутренних дел зависит в том числе от сближения нижних звеньев с народом, повышения знаний и квалификации работников сферы. В эти дни организованы семинары-тренинги на тему психология общения и культура взаимодействия с участием сотрудников органов внутренних дел Сахалинской области. Обсуждался целый спектр вопросов, связанных в частности с деятельностью сотрудников органов внутренних дел, значением и сутью принятых в сфере новых нормативно-правовых документов. И тут на первый план выходят высокие профессиональные качества, умение строить эффективный диалог с гражданами. На что и направлены семинары-тренинги с участием профессоров и преподавателей, психологов Института повышения квалификации и Академии Министерства внутренних дел. Основной целью проведения данных учебных курсов является формирование навыков у сотрудников по принятию правильного решения во время конфликтных ситуаций, поиска решений вопросов, соблюдения всех правил культуры общения с гражданами, направляя их на правильный путь, для чего проводятся практические занятия на основе различных условных ситуаций, где участники демонстрируют свои знания и способности в этом направлении. Уровень усвоения материала оценивается посредством тестов. Занятия проходили в интерактивной форме. Участники старались дать правовую оценку часто встречающимся в жизни социальным ситуациям, акцентируя внимание на методах устранения тех или иных проблем, укрепляя свои знания и навыки. Вместе с преподавателями, просматривая видеоролики, стараемся найти самые оптимальные пути решения устранения различных конфликтных ситуаций. И в этом плане мы получили очень много полезной для себя информации. Данный опыт будем эффективно применять в дальнейшей своей деятельности. Говорили и о профессиональных и социальных составляющих в процессе посещения при необходимости домов населения, профилактических мероприятий среди граждан. Порой в жизни возникают конфликтные ситуации, и тут важно правильно строить диалог с гражданами, опираясь на культуру общения. Обладать психологическими навыками по устранению таких стрессовых случаев. Все эти рекомендации подкреплялись практическими занятиями. По итогам семинара-тренинга его участникам вручены специальные сертификаты.